Странно, это просто выяснилось в прошлой игре, что Фишера с Гамолом он не мог играть. Ну что, смотрю за предом, как ты и говорил, да. Там кто-то уже за предом полез, это сцена. Да. Начало как раз положено. Тактически разошлись. Нижние уже РП забрали. Такой, кстати, уникальная карта в этой степени, потому что на карте два РПГ. Да, 2 на 2 немного сложно из-за этого. Я почему-то на улице не подобрал, а РПГ просто побежал. Может, он из-за бага его не увидел? Не могу сказать, но он там в метре. Даже бывает иногда оружие видно. Скорее всего, он не заметил пень. Просто мимо прошел. Либо инфа не прошла. Но красные прям хорошо контролируют, если честно. Вверх, вверх, центр. Снизу проверяют все. Бред, хотел РПГ подобрать, там его не оказалось. Что я посмотрю, что Альфер делает. Наверху стоит, контролит. С магнумом все подходы. Тут тиммейта его не вижу. Сейчас бегает там по низам, ищет противника, скорее всего. Да. Ну и Альфер сразу же за РПГ попадает, пока есть возможность. Конечно, он прям перед ним закрутил преда. Ну здесь вот такого шансов мало. Но какая-то карта узкая, они будут постоянно убиваться друг от друга, когда с РПГ будут стоять в таких местах узеньких. Это точно. Но с другой стороны, в этом и есть скилл, это же все-таки гранд-финал. Если ты хорошо с РПГ стреляешь, ты как бы в таких узких пространствах сможешь нормально закрутить, как Афер только что сделал. Аккуратненько, видишь? Преда таким и... Таким не обманешь, что тоже все-таки опыт играет. Прочувствовал, что он не ушел далеко, зажил, стал и не стал закручивать. Просто пустил ракету под ноги. Да и в принципе преды центра, они с РП хорошо стреляют. Да. Ну это, кстати, как раз и это тоже опыт. Обычно новые игроки, кто поновее, они все больше от стрельбы играют, а те, кто старые, кто уже, допустим, стреляют чуть хуже, стараются больше думать или играть от контроля. И в принципе. Даже счет как раз таки вот на первых парах равный. Хотя, если брать голый скилл, то красный получается, ну я бы сказал, посильнее будет, ощутимо. Если вот чисто стрельбу рассматривать. Угу, ребята, минус больше сделали. На центре еще. Афер хорошую серию выдал. Угу. Остановил атаку. Форд зашел, да, его убили. Ой. Просто подсобился, видимо, попасть не мог. Одно там попадание с маком сделаю. Ну, этого, как правило, достаточно. Тиммейт рядом. 25% здоровья. Несложно добить. Очень глупый тимкил получился. Да, да, я видел такой. Ракета через сетку. Смотри, как центр дергает РПГ снизу. Нормально безухил делает нанизу. Еще напал не поймал. Но игра очень близкая пока что. Нету явного фаворита прям. Ну да. Синие пытаются зацепиться и выбить. Фишка как-то умудрился самоубиться неудачно. Да, ему не везет. В центре сейчас очень обидно, не смог чел, он респав не убить. Была возможность выйти вперед. Да, но в центре хорошо его обходил. Да, но это тоже знание карты, как раз таки опыт. Как раз таки интересное, вот, как я уже говорил, интересное противостояние получается. Голову скилла. Да, получается. Ну, как бы Афер с Фишером в целом хорошо играет. Но тут получается именно вот опыт людей, которые там 10 с лишним лет получается играют в ДМ. И те, кто, ну, по современным меркам, получается, относительно новые игроки, так смотреть, как бы. Предцентр еще старые ДМ застали. Новые игроки, которые играют уже сколько лет? 5? Ну да. Ну, знаешь, когда... Новые игроки считаются. Да, да, но когда игре Наруто, 20 лет. Наруто у нас есть. Ну это как то же самое, да, шутки в последнее время. Типа, блин, принимал на работу парня 99-го года и думал, блин, вот, наверное, ему тяжело живется, в 5 лет работу ищет вот это вот из этой серии. Ну, да, да.
Ой, ребята на улице в паре стоят. С РПГ контролят всю карту. Не дают ребятам даже нормально на улице выйти. В центре пошел просто чекать, что внутри. РПГ, он все уже от противника. Я за Фишером посмотрю, что там происходит. Он пытается тоже выйти. А как раз противники все в дом вошли. Ну, Фишер, как всегда, кстати, вот его стиль игры такой. Неторопливый, стоит, ждает с магнумом, когда кто-нибудь выйдет. Ну, кстати, получается, у красных очень интересная команда в этом плане получается. Так, он как по карте носится, очень двигается быстро, обходит и при этом хорошо стреляет. Фишер получается достаточно медленный игрок, но при этом он может где-нибудь из-под тяжка попасть с кольта, например, на 75 кп. Так, чтобы его тиммейт мог прилететь и дробовика с одной положить, там вот, когда это было. Там с РПГ, например, попасть. Это хорошая связка. Очень удобно так играть, когда тебе не нужно в одного выносить 100 хп, когда тебя напарник, получается, может, да, хоть и не убить, но нанести урон. И при этом не умирать. Мне кажется, у них так и есть. Фишер там инфу, наверное, афер дает и так далее, афер теряет. Ну а что, это нормальная тема. Во многих командах так было, что один, получается, бегает как суппорт, а второй на себе тащит. Слушай, на самом деле... В дэмиже... Да. Ау? Говори. Это сказать, что в дэме играет роль не только то, сколько ты убьешь в конце игры, а сколько, в принципе, ты урона наносишь в матче. То есть можно как бы бегать, иметь, например, КД-2, но при этом очень мало убийств, мало смертей. Но, ну, типа, шкериться, получается, прятаться, аккуратно играть, но твой тиммейт будет получать очень-очень плотно, скажем так. А можно играть вот как Фишер старается. То есть, ну, вроде как бы счет, вот если открыть таблицу и посмотреть, у него очень плохой счет. То есть, ну, прям вообще когда никакущий. Но за ним смотришь, видишь, что он попадает, и если бы вот он просто умирал бы, так, 4-21, не попадая, то афер бы он был вообще бы там не смог бы... Вообще ничего настреляет. А так получается 13 киллов за почти 13 минут. Это, ну, как бы, вполне можно отыграть вот сейчас. Фишер подсоберется. Они возьмут контроль как раз над двумя РПГ. Вот сейчас они нормально так противника убили. Команду. Да, ну, к сожалению, 7-3 спауна. А, и опять выбивают их. Ну, Фишеру сейчас не хватило владения стрельбы с РПГ. Но Фишер, получается, играет достаточно низкой ценой. И это тоже вот играет. Получается, несколько точек проще попадать. Хорошо. Магнуму, например, с дробовика. Но тяжело очень закручивать. Да. Да. Фишер меня недавно рекламировал, говорил, что надо на мелкую сенсу переходить. Когда услышал мою сенсу, я думаю, как я вообще играю с ним. Ну, видишь, как получается, когда у тебя маленькая сенса, ты мышкой особо двигать не надо, ты больше на реакцию стреляешь. Если ты сенса большая, ты больше пиками стреляешь. Если ты играешь от кольта, то проще как раз таки играть с маленькой сенсой, просто правильно прицел выставляя. А если ты играешь больше с дробью, с РПГ, с физикой, то тебе же чаще приходится вертеться, крутиться. Фикать. Да, ну с дробью всегда почти все наотмашь стреляют, редко кто там как-то ждет на угол. Забавное убийство сейчас было. Ой, еще второй. Ой, хорошо сделал. Я вернусь к бреду, посмотрю, как он сейчас РПГ, который там противник пытается взять. Это что-то странно выглядело. Там получается... Да-да-да, знаешь, там Фишер, получается, выбил центры, по-моему, да, получается, хедшотом, когда он там же сидел. И на это место присел афер следом. Обменялись местом. Ну, как ни странно, если честно, как бы стрёмно признавать, но я думал, синим гораздо сложнее будет. А тут получается, они вот 10 киллов примерно сделали от рыба. Да, они как бы сдерживают, тут получается 2 минуты прошло, и в принципе счет и не изменился, как так и осталась разница. Ну там 11, 12, 13, где-то вот так там держит. Мне как человеку, который тоже как бы в СФ состоит и имеет участие к этой команде, приятно за этим наблюдать, если честно. Хотя я по большей части в данный момент болею за красивую игру. Правильно. Мы ни за кого не болеем, а комментируем. Да. Короче, я так и должно быть. Хотела сказать, да? По поводу вот этой тактики. Ой, предал.
Ну это фишерменный будет. Роскомнадзор вообще расстрелял. Беспилотник сбили. Прикольно у нас тут собралась компания, и самый прикол то, что Пламя сказал Роскомнадзор. Или то, что в Казахстане, да, сейчас? С интернациональный состав. У нас очень интернациональный состав, да, это очень прикольно. Короче, на самом деле, пока ребята играли, я редко видела, чтобы они вот именно так играли, типа керри и суппорт. Бывало такое, что просто ребята вдвоем ходили, и все, на размене постоянно были. Ну, обычно, когда сильнее кто-то один в команде, она такие роли эти автоматически сами назначаются. Ну, да. Это керри и суппорт. Ну вот вчера, когда играли Карнейдж и Квас, у них так было. Карнейдж просто ходил аккуратненько, Квас на всех прилетал. Даже Карнаж там нормально, даже больше Квас набивал, если я не ошибаюсь. Угу. Яндекс привет передает. Тебе, о. Пламет. О, Яндекс привет. РПГ Ультра сейчас берет, что не получилось с первого раза, и со второго, а взял. Премия идет, а отрыв так сохраняется на том же уровне. Красные делают килл, синие разменивают. Ну да, постоянно какие-то размены происходят. Если учесть, что получается синие по нижней сетке выходят, то им очень важно начать серию с победы, потому что если они сейчас проигрывают, то получается у них вообще нет права на ошибку. А если они тут выиграют, то получается как бы, ну ничья, сразу 1-1 по картам. Главное додавить теперь, 8 минут продержаться. Потому что часто бывает такое, что одна команда может начать хорошо, но при этом не сказать, что там супер уверенный отрыв имеет по ходу матча. Ну, и буквально... Против СФ. Ну вот как раз... Такое часто бывает, по своему опыту могу сказать, то что в конце дейми же такая игра, то что ты можешь неудачно зареспиться, умер, неудачно зареспился, и все. 10 киллов отрыва так и не было. Ой. Неудачно это очень приятно. Я нахуй там сорвал, пытался всех расстрелять. Завтра мы смотрели, в принципе. Фишер все о нем вчера мечтал. У нас все разговоры были про Афера. Ну, Афер, мне кажется, он, в принципе, желанный тиммейт для многих групп. Да и не только. Он их контролирует очень сильно, СФ. Ну. Афер в РПГ пошел, сидит, ждет. Ну, вроде отрыв. Отрыв, кстати, наоборот, растет. Синие прям плотно взялись за игру. Если до этого практически весь матч держался на уровне 10 киллов, то уже до 20 получается отрыв подрос. У Афера, конечно. Ого. Вот это очень хорошо он сыграл. В центре как-то не разобрался немного, замешкался и Афер этим воспользовался. О, Кратер отлично сыграл, сбил его по пути ракеты бочкой и выжил. Там, по-моему, кстати, РПГ вроде осталось, да? Ну, не знаю. Афер, да, вот побежал забирать. Угу, видел противника, снизу пытался запустить, но не получилось. А противник уже ушел, зато он отхилился. Да, ну тут получается сейчас время играет на синих, и красным обязательно нужно не просто контролить зону, но еще и идти самим вперед. Да, да. То есть им нужно как бы искать спаунки, противников искать, не стоять на одном месте. А синим, возможно, стоит темп чуть подбавить, и... Да. Да, и опять же, на карте же 2 РПГ, стараться как-то так в момент выловить, взять то РПГ, которое не контролируется в данный момент. Я думаю, можно их потом грамотно держать, типа не выходить, если РПГ там стать как-то. Типа Ну, конечно, синим играет очень на руку, то что у Фишера вообще игра не пошла. Может, это не его карта просто, либо, не знаю, переволновался, или еще что-то. Или всякое бывает. Он сказал, ну, кстати, в дайме он очень любит. Кстати, это тоже может быть такое вообще. Я бы никогда бы не
советовал очень много играть перед важной игрой, потому что я можно просто... вообще не играть, типа деньги передать игрой. Ну вот так, так и надо, потому что можно устать, и в нужный момент там руки будут ватные, и либо ты просто не соберешься, устанешь там морально играть целый день, и все. Так, смотрю за центре. Как... РПГ не получается взять, он как-то возит просто все. Да, центр спрятал сейчас на центре были, при этом ПГ взял. На центре пошел по дому смотреть, кто там что делает. Ну как раз да, у преда и центра такая тактика. Один стоит на улице, другой дом контролит. Как раз центре кого-то слышал там сверху. Ну не забавно, получилось, как раз особенности карты. Афер брал РПГ внизу. Получается, в этот момент синие брали РПГ на улице. И никто никого поначалу и не встретил, получается, у двух команд был РПГ. Только на этой карте такое может случиться. Телепорт это вообще рискованная штука на этой мапе. Ну да. Если противник контролит центр, то там вместо смерти обычно происходит. Сразу как прыгаешь туда. Деваться некуда, банально. Ну еще можно пытаться выбить, если ты с РПГ сам туда прыгаешь, в полете там кого-то выцепить как-то, попытаться. Тем временем, Афер очень хорошую серию. Да, вот то, что сейчас Пламет говорил, как раз это и случилось. Угу. При этом, параллельно с этим, пока в центре ходил, ресурсы собирал, Афер очень хорошую серию выдал, которую завершил как раз таки этим убийством после телепорта. В итоге отрыв уже чуть-чуть подсократился, но... Все равно. Фрага. Ну да, да, но он все равно как бы. Так, вот как раз Фишера убили, я посмотрю, что там было. Не, ну мне кажется, будет уже тяжело. Уже, да, 3 минуты, 20 килов это уже практически нереально. Если они просто даже на спаунах стоять будут, ничего не делать, я думаю, не выйдет на бит сколько. Получается, знание карты и тактика победила стрельбу. В принципе, эта карта, мне кажется, даже не совсем про стрельбу, если так даже... Ну да, больше контроль. Два РПГ. Кто хорошо читает тайминги, знает такой момент, на какой РПГ идти. Вот, мне кажется, и имеет успех. Вот на этой карте, конечно, с таймером интрига потихоньку умирает. Потому что 2 минуты осталось, отрыв очень большой. Фишер еще ошибся очень сильно. О, это не пошло, не смог убить респаун. На центре Фишер тоже на центр к нему подошел. Преды с центра где-то в доме ходят, ищут, наверное, противников. Им, в принципе, уже искать не надо. Как бы. Ну, это не уже так чисто. Азарт не переграл. Ой, через всю карту выстрелил шотгана по преду. У него там один ХП был? Видимо, так и было. Ну, тоже, в принципе, к сожалению, не особо на что-то повлияло это убийство. Вроде забавно получилось, он, получается, в центре убил, когда в ХП заходил. И преду убил через всю карту с дроби, но уже отрыв такой, что как. Ну, мы надеемся, что Фишер соберется на следующей карте. Ну да, потому что в противном случае им вообще ловить нечего будет. Афер сегодня тоже как бы хорошо играет, в принципе, как и всегда. Ну да, он настреливает, в принципе, то, что должен, если так смотреть. Вот. Ну да. А у нас следующий коллапс, мы всю игру будем наблюдать за погоней его, за одним РПГ. Тут их два. Ну, кстати, ну, интересно. Как ты скажешь, что коллапс очень... Такая классическая дреймерская карта, которая чем-то напоминает какую-нибудь бью, то есть там и принцип РПГ такой же, блядь. Это обычная дреймалка. Просто на какой-нибудь там Lost Arena или кавах, например, там РПГ как бы, ну, не так легко достается на коллапсе, так же, как и на бью. Постоянно, когда ты подбегаешь мимо этой кнопки, всегда нужно как по ней нажимать, доставать, то есть все время как бы в это место бежать. Потому даже что... на коллапс, наверное, даже сложнее РПГ брать, потому что тебе еще сверху могут стоять смотреть. Так, ну да. Бред застрял. Причем, по-моему, с РПГ что ли в Грави Гане было? Я что-то вообще не понял, как это вымер. Очень комичная ситуация была. Ну да.
Да, все, остались 10 секунд последние. Ну, а трюк, кстати, сократился, вот это 50 фрагов уже. Но все равно это не спасает команду Team Quass. Надеемся, мы увидим нормальную зарубу на коллапсе. Вот, глядя на счет, к сожалению, стоит признать, что Фишер сильно не хватило очень его киллов, потому что Афером получается... Ну, топ-1 был по КД, больше всех настрелял, ну, хоть и с маленьким отрядом, но он умирал очень мало. В то же время, получается, из-за того, что, получается, СФ очень хорошо тактически играли, командно, ну, да, не получилось, старались как-то, да, не получилось у Афера в соло вытащить тот дефицит, который Фишер создавал, тем, что очень мало убивал и очень много умирал при этом.